КДК Гомельской области выявил порушение при проведении проверки на молочной товарной ферме «Звонец». И она належит открытому акционерному товариству «Экспериментальная база ДОСК». Высветлилось, что на протягу опошних 2 годов вытворчие показчики снижаются, что негативным чином отбивается на финансовой стабильности господарки. Как идут справы зараз, доведался Дмитрий Котов. Проблемы распачаліся у 2017 годзе. Перш за ўсё гэта было вымоўлена частай зменай кіраўнікоў. З таго часу пасаду дырэктара займалі 6 чалавек. Як вынік, адсутнасць паўнавартаснага кантролю за вытворчым працэсам. Сітуацыю пагаршала кадравае пытанне. У гаспадарцы не было кваліфікаваных заатэхнікаў і ветэрынарных урачоў. Усё гэта прывяло да зніжэння эфектыўнасці працы. У мінулым годзе аб'ём вытворчасці малака ўпаў большым удвая ў параўнанні з 2018. Сёлета ўдой скараціўся яшчэ на 25%. От одной коровы отрымливают за сутки каля 3 литров. За ситуацией пильно сошить комитет державного контролю. Были установлены нарушения организационно-технологических требований при производстве молока на молочно-товарных комплексах промышленного типа, также несоблюдение ветеринарных правил, санитарных норм. С этой целью были даны рекомендации данному хозяйству. Скажу, что на данном этапе ситуация, конечно, кардинально она не изменилась в производственных показателях, однако санитарное состояние поправили, да, здесь наведен порядок, проведены санитарные дни, проведены уборки производственных помещений, санитарно-бытовых помещений. Чистяня на працоўным месцы – важный показчик. Это уже крок на шляху для выправления ситуации. Оптимизму додает вырашение кадровой проблемы у господарцы. Пришли молодые специалисты и новые, как отзначают мясцовые улады, энергичный керавник. Усе мают добрые теоретичные веды и, что немаловажно, жадание працовать на агульный выник. Потихоньку налаживается и производство молока уже, как бы вот данный руководитель уже увеличил где-то на 700 литров уже. Поднялось молоко. То есть темпы есть, ситуацию все прекрасно видим. Я думаю, что потихоньку мы это хозяйство приведем в порядок, и оно станет на нормальное русло и будет функционировать так, как положено функционировать. Комитет державного контролю протягнет сошить за ситуацией на открытом акционерном товаристве «Экспериментальная база ДОУСК». Керавництво предприемства повинно не меньше, чем раз на месяц докладывать о принимаемых мерах. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Рогачевский район.